отношение к вашим услугам. Ты меня приведешь? До скорых встреч, джентльмен. Что с тобой? Что с тобой, Люси? Ты уже не можешь затащить джентльмена на постель. Учти, такие на дороге не валяются. Неплохо повеселиться в Хайд-парке. Так, ну да. Я очень тебе благодарен, ты знаешь, это как раз то, что мне было сегодня нужно. И ты знаешь, ты смог себя открыл нечто очень важное, о чем мне и сейчас. Сейчас я должен идти домой, Джон, и работать. Джон, правильно, домой работать. Здоровым солдатским юмором. Но что касается исповеди, да эти девочки так грешны. Да. Мой долг не падает духом по мере сил 3-4 раза в неделю наставлять их. Да, долг всегда обязывает, не правда ли? Безусловно, 2-3 раза в неделю. Четыре. Помощью и с молитвами.